Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, что надо сказать? Денюш, а на канале вы на каком? Baby Go! Сегодня у нас таблицы Зайцева. Друзья, пока без кубиков, мы вам расскажем азы таблицы Зайцева и что с ними делать. Общий смысл такой, что ребеночек смотрит буквы, как правильно произносится, смотрит сочетание согласных гласных. Это одна из, кстати, частей таблицы Зайцева. Для правильного произношения. Потому что в школе он может потом неправильно читать буквы. Если вы будете называть букву Б, например, Б, тогда он и слова будет говорить неправильные. Вот, друзья, первая часть таблицы Зайцева — это вот такой вот составчик. Это состав согласных с гласными слогов. И золотая часть, золотая таблица, только гласные. А, О, У, И, Э, Я, Ё, Ю, И, Е. Которые сочетаются с согласными. Мы вам разместим подсказочку снизу. Бывает так, что ребенок, запоминая неправильно произношение букв, потом также это произношение букв использует в словах, что неверно. Для этого в первую очередь используется таблица Зайцева. Сейчас Денечка будет показывать нам на столбец на определенный согласный. А мы будем пропевать. Таблица Зайцева пропевается. Вы простите, что мы сегодня без кубиков. Это более наглядно, конечно, и малышам интереснее заниматься. Но поверьте, пропевать таблицы им тоже интересно. Денечка, поехали? Давай покажем, как это делается. Какую буковку? Покажи, какую согласную мы пропевать будем. День. Какую согласную будем пропевать? Покажи пальчиком. Букву Т. Следи за пальчиком. За пальчиком. И еще хочется отметить, что таблицу надо, естественно, вешать на стенку на высоту не меньше 1,70 м. Чтобы ребеночек еще и сохранял осадку. Да, ты молодец. Ты у нас уже все буквы знаешь. Ну давай выберем какую-нибудь буковку и пропоем. Д. 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 Давай вместе, следи за пальчиком. Да, до, ду, ды, де, дя, дё, дю, ди, де. Так, какую еще пропоем? Б. Как правильно произносится? Б. Буква Б. Чтобы мы потом в слове правильное чтение использовали. Давай Б пропоем. Смотри за пальчиком. Давай, смотри. Ба. Бо. А подпевать будешь, папе? Бу. Бы. Бе. Бя. Бё. Да, и циферки ты у нас тоже знаешь. Друзья, еще хотел отметить, что если ребеночек устает, не надо его переутруждать. Видите, сейчас он уже, в принципе, немножко завелся и не готов дальше пропевать таблицу. Вот, поэтому, наверное, надо остановиться. Если он скажет, что хочет еще попеть, то лучше петь. И, как я уже говорил, только первая часть таблицы. На самом деле она огромная, там есть таблица цифр. Цифры мы, кстати, знаем лучше, чем буквы пока. Но пытаемся пропевать все. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы ненадолго прощаемся. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. До новых встреч. Пока-пока, друзья. День, что надо сказать? Привет, пока. Привет, пока. Пока-пока. А поцеловать?